13-й день. Сегодня будет достаточно интересный выпуск, по той причине, что, по крайней мере, я совершил одну ошибку, небольшую, ну и плюс сделал кое-какие моменты, которые никогда не делал. Поэтому отчасти я бы даже сказал, что это вот, знаете, один из тех самых решающих выпусков, где было побито как минимум несколько рекордов, очень классных для 13-го дня в игре. И плюс параллельно кое-что мы сделаем. Откроем набор за 400 душ. И вот у меня есть какая-то чуйка, что, возможно, сегодня как раз-таки мне выпадет алмазная карта. Поэтому прямо сейчас я захожу на этот аккаунт. Я дошел до боссов. Это была моя первая ошибка. Да, звучит странновато немного, но это и вправду так. И сейчас объясню почему. Поехали. Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки, поэтому переходи по ссылке в описании, вводи мой промокод в 20% и получай шикарную скидку на покупку душ. Это неплохая скидка, потому что вы на 20% платите меньше. Например, покупая души за 1000 рублей, у вас это обойдется в 800. И этот промокод имеется в описании. Таким образом, вы приобретаете души, открываете набор, например, Божественный Шторм за 300 душ и получаете очень и очень много алмазных карт. Только не делайте, как я, потому что я выбил две карты за 150 душ в предыдущем выпуске. Можете посмотреть на это разочарование. Поэтому приобретайте души на сайте и выбивайте только лишь алмазные карты. Ну, а у меня сегодня вот 110 поединок. Я случайно потратил 50 душ. Как это произошло? Я проходил параллельно, получается, классическую башню на своем основном аккаунте и на данном аккаунте. И там я всегда 50 душ трачу, чтобы все попытки потратить. Все хорошо. И здесь я случайно, я забыл, что я играю на основном аккаунте, я такой... 50 душ, потратим. Притом не на автобое играл. И я такой, бля... Не думал, я вообще сегодня на набор не накоплю, потому что вот еле-еле 401 душа. Я сейчас пройду, получается, этот поединок, я открою набор. У меня по факту останется одна душа только лишь. Сейчас еще режим задания, конечно, выполнится, но кто знает, что там и как будет. Начнем, в общем, с этого поединка. Здесь уже все сложно, есть терминатор-защитник, я думаю, многие помнят его пассивную способность, вот задание выполнилось, плюс Рейден классический фильм, тоже довольно дикий персонаж, но все-таки проходимый. Здесь у меня есть и, конечно же, блокбрейкер, у меня здесь есть три экипировки этой башни, поэтому я надеюсь и верю, что все будет очень и очень легко. Но, как мы знаем, не всегда так это все работает, не всегда, поэтому будем прямо сейчас пытаться это делать. Да, у меня, кстати, кто-то задавал вопрос, как ты относишься к Блэку Дня Мертвых? В комментариях я обещал, что я отвечу. Отлично отношусь, потому что персонаж четкий. Мне он нравится в особенности в связке с Днями Мертвых, в особенности, когда есть Китана. Получается, Рен Блэк, он внешний мир, его еще и Китана восстанавливает, это просто имба персонаж на деле. Ну, если так подумать. И вот мне просто взяли, расстреляли персонажа. Да, да, вот такая вот судьба в первом поединке. Вот я и говорил про этого терминатора, просто донный персонаж из-за того, что выскакивает и в какой-то момент времени просто берет и, скажем так, выдает базу в виде спецприема. Ну и плюс защита есть. Плюс не работают, конечно, длительные уроны. Вот я разрабов не понимаю в этом смысле, зачем лишать персонажа их пассивной способности. В чем логика тогда, если ты здесь не можешь использовать его, ее пассивку? Но это ж странно. Может, мне так кажется, что это странно, но это реально странно. Тут, кстати, ему надо спецприем третий вкачать, может, сейчас и сделаю, хоть какой-то урон наносил. Ну, не по данному персонажу, если там Рейден начнет выпендриваться. Этот и исчезает, этот X-Rayf. Ему на вот этого вот персонажа все равно, фиолетово, я бы даже сказал. Вот, а тут, возможно, даже тактику придется какую-никакую менять, потому что если я только что ливнул данными персами, то определенно это будет не самый лучший вариант, при том, что я не отнял вообще никакого здоровья. Значит, мы выбираем Шинока.
Мы выбираем Кенши. Вообще можно выбрать Скорпиона. Почему нет? Скорпионом К11 здесь, конечно, не особо тащит. Хотя, ладно, выберем Кенши, потому что у Кенши есть небольшой плюс. Небольшой плюсик имеется. Да, кстати, мне эпик Молот Гнева выпал. Да, мне выпал эпик Молот Гнева. Я думаю, сейчас все находятся в шоке. Такие, ничего себе, ему выпал эпик Молот Гнева. Да, он мне выпал из скрипты. О ней чуть позже поговорим, потому что... Там тоже есть что обсудить определенно. Поэтому обсудим обязательно. Так, и где же? Ну, давайте Герой Ниндзя поставим. Тут, конечно, просто бонус к максимальному здоровью будет. Ну, хоть что-то. Бонус к максимальному здоровью — это хорошо. И посмотрим, как этот отряд справится. В принципе, отряд совсем уже другой. В принципе, здесь есть, например, тот же Шинок, который усиливать будет критический урон персонажа. Поэтому, ну, кто знает, вдруг я сейчас буду выдавать базу и просто вешать неординарный урон. Вот снова выскакивает этот педрило, господи. А, осуждаю. Это имелось в виду педрило. Это имеется в виду, ну... Вы поняли. Это фамилия. Да, испанская. Так, да что ж такое-то? Блин, ну вот посмотри, вот что происходит-то? Я не знаю, как этот поединок пройти. Это жесть, это очень долго будет. Это будет мучительно и долго, потому что мало того, что тут просто-напросто убийственная экипа на них стоит. Это жесть. Это будет сложный поединок, я чувствую. Дико сложный. Я как-то не ожидал особо такого от этого отряда. Я вообще не ожидал. Нахрена я 50 душ тратил? Зачем? Зачем я это сделал? Ну, лучше бы вернулся к этому отряду, когда у меня хотя бы какие-то шансы на прохождение этого отряда были. При этом вот души не выпадают. Еще вот прям бесит этот момент, то, что не выпадают души. Так это ладно эти персонажи. Прикиньте, я до 60-го поединка дойду в смертельный. Там вообще будет трешня, там вообще непроходимый, мне кажется, уровень будет. Если я уже не могу справиться со 110-м поединком, то дальше хуже. Здесь проблема по большей части именно в том, что выскакивает этот терминатор, он просто бесит. Он же, вы понимаете, как бы, я тут щиты пытаюсь снять, я снимаю щиты, потом выскакивает он, спасает этого персонажа, у этого персонажа сразу же восстанавливаются щиты. Просто идеальная ситуация, прям для этого персонажа так точно. Ох ты ж, блин, просто выскочил и уже перебил, ни хрена себе. Да, блин, пробейся ж ты. Ну вот, видите, вот так оно и работает, выскакивает теперь этот перец. Ну ладно, хоть защиту снимаю. Может, даже и стащу немножко. Вот, уже другое дело. Я даже пробил его, ничего себе. Ну сейчас же он заменится. Он снова сейчас заменится. Если я не выпущу Джейд и не нанесу урон хоть какой-то спецприема первого, не блок. А, да. Она же когда выскакивает, она тупит. Она просто тупо тупит. Тупо тупит. Это вот... Я не знаю. Разработчики извращенцы какие-то, серьезно. Ну, хоть 10 душ дали, то приятно. Не, извращуги, просто извращуги. Просто лютые извращуги какие-то. Я не знаю. Это такими извращенцами надо быть, чтобы поставить на 110-й поединок. Вот обычные бои стандартные, которые проходятся на ура. И здесь на тебе, длительный урон недоступен. Получается, терминатор, который каждый раз практически спасает этого ссаного Рейдена, плюс еще щитки и сверху, они извращенцы. Ну, естественно, конечно, если играть на основе, это одна попытка за 30 секунд, но здесь, вот именно на 13-й день, они издеваются над игроками, они просто насилуют их, вот просто... Ну, естественно, скорее всего, чтобы денег вытянуть, чтобы такой, не знаю, ребенок посидел такой, грудничок такой, блин, как-то сложно проходится, надо набор за 100 баксов купить, будет легче. Ну, это я так представляю. Я бы так, может быть, даже и рассуждал бы в свое время, кто знает. Сейчас-то как бы ладно, это ничего не решает, но все-таки. Воины фракций набил миллион. Это впервые, и все благодаря режиму «Выживший» и сезону на скорпионов. У меня их четыре скорпиона, поэтому миллион набил достаточно легко, уже даже 8, то ли сколько отыграл поединков высоко, не прошел пока что все 9. Вот, к сожалению, пока не дается тоже ситуация, но миллион есть, поэтому, может быть, хотя бы с бойца третьего что-то и получу, потому что набить следующего бойца, элитного, здесь практически нереально. Не знаю, что для этого сделать нужно, но прям...
Шансы, конечно, не самые большие. Сейчас даже промотаю, покажу, может, кто-то не интересовался даже этим. Сколько надо? 1 900 000. А, да, 1 900 000. Боец второй. Боец второй, 800. Ну, как бы меня еще и нагнать могут здесь. Что выпадает за бойца третьего? Опять же, для тех, кто не знает. За бойца третьего ничего толкового не пудает. Хоть боец первый, хоть третий, разницы особо никакой нет. Ну да, здесь есть шанс получить классического смоука. В чем разница, не понимаю. Просто, как знаете, ачивочка. Набил 1 000 000, все. Больше толку никакого об этом и смысла говорить нет. Крипта, уже 2500 сердец есть. Маловероятно, что я за 3 дня, конечно, хотя бы 10к подниму. Потому что, ну, есть персонажи, которых можно было бы приобрести. Скорпион Холода, например. Маловероятно. Но я смогу приобрести точно призыв к оружию неомного ниндзя. Это значит, хоть какое-то усиление на классическую башню будет. А это уже плюс. Естественно, я не буду тратить ключи. Пока что не вижу в этом смысла. И восстанавливать персонажа тоже не вижу смысла. Но все-таки вот эта вот вся ситуация в совокупности дает хоть какие-то возможности. Поэтому это классно, это классно. В коллекции, что бы я хотел сделать, я даже и сам не знаю. Тут, по сути, делать на данный момент даже нечего, если так задуматься. Но в Джейд надо уже вкладываться. Вкладываться хотя бы вот, по крайней мере, по 70 тысяч. Я прокачиваю здесь две карты до 6 уровня, и потом прокачиваю еще на здоровье до 6 левела, прибавляем по 6%. Джейд — это важно на самом деле, поэтому сейчас на серебро обращать внимание не то чтобы не стоит, но это может и подождать. Давайте будем честными, это может и подождать. Поэтому пока что прокачиваем вот таким вот все образом. Плюс мне сказали: ты какого хрена зажимаешь вот тут вот на объятии тени, Джейд? Скажем так, спецприем, пассивку прокачиваешь, что ты жмешь души? Согласен, братан, с тобой согласен, надо это как-то поменять. Но сейчас 436 душ, может быть, даже сегодня я это как-то поменяю. И я все-таки приобрету полную пассивку. Потому что на того же Скорпиона я это сделал. На Скорпионе она уже 3 из 3. Но это Скорпион, и я для поджогов его юзал. А все-таки, ну, боссы, они есть боссы. Там разница, собственно, никакущая. Поэтому надо все-таки прокачать будет. Ладно, и давайте теперь перейдем, собственно, непосредственно к открытию набора за 400 душ. Не буду открывать Божественный Шторм, он меня очень сильно разочаровал. Плюс параллельно почитал комментарии под своим роликом о 12 дне, где тоже ребята открывали Божественный Шторм. Там кто-то открыл 20 наборов, одна алмазная карта только выпала. Я такой думаю: а нахрена мне тогда это делать? Зачем мне открывать эти наборы, если оттуда вылетает говно? Вот просто говно. Я не знаю, если кому-то что-то выпадает интересное, напишите об этом обязательно, чтобы была хоть какая-то мотивация открывать это дерьмо. Я даже на основном аккаунте этого не делал. Притом шансы вроде большие, 20%. Я хз, как это работает. Я без понятия. Поэтому и страшно. Страшно, страшно, очень страшно, как мем был когда-то такой. Страшно, ой, очень страшно открывать эти наборы. Да и эти тоже страшно. Либо выпадет кал, либо что-то интересное. Вот, кстати, по поводу Джоника согласен. Вчера не я выбил Джоника, Катя выбила. Отличный персонаж на деле. Ну, прям имба. Имба выпала, хотя она этого не понимает. Комбат кап, золото какое-то. Какой-то мужик, который по яйцам дает всем, кому попало. Даже женщинам, у которых их нет. Но это не важно. Сам факт. Сам факт, то, что персонаж-то хороший, истощает и в начале игры очень сильно помочь может. По крайней мере, даже иногда мне кажется, что лучше какая-нибудь алмазка без слияния. Так, ну и мне выпадает Tremor Aftershock. Ну, плюсы есть, он может вытянуть самого слабого персонажа. Как бы, если какая-то замена будет происходить, типа, шансы есть. Мастера единоборства 3 имеют шанс на неблокируемые атаки в бою с противниками из преисподней. Да, это, наверное, очень важно. Это очень важно. Ну что ж, второй день падает кал. Бывает. Надеюсь, что в скором времени все поменяется. Выйдет испытание, я нафармлю душ, открою несколько наборов. Таким образом, я повыбиваю много всего интересного. А еще целых 2 дня, 20 часов ждать. Блин, до следующей испы.
А мне до сих пор не выпал старший бог. Так бы хоть тут лутанул бы, может, 60 душ и еще одного шинока сверху получил. Но не тут-то было. Вот, да, печальная ситуация, очень печальная. Я не знаю. Ах, блин, как же это жестко. Ладно, завтра тогда я попробую пройти все-таки боссов на 110-м поединке, потому что они жуткие, прям дико жуткие. Но постараться стоит. Если у кого-то есть какой-то определенный совет по прохождению этих боссов, то обязательно его пишите. Может, кто-то такую, знаете, крутую стиму создаст. Может, даже стиму из серебра попробовать сделать, просто усилить очень сильно Кенши, наносить урон, истощать персонажей и побеждать таким образом. Как вариант, кстати. И у него усиление будет, плюс он у меня 10-го слияния, плюс, если так подумать, это прям классная команда будет. С истощениями, по мне спецприемы особого, возможно, наносить не будут. Плюс у меня есть и хороший мастер единоборств, это тот же Скорпион, поэтому, в принципе, можно что-то из этого всего попробовать сделать. Но сделаем это уже завтра. Сегодня это демонстрация была, а завтра нагиб. Нагибация. Вот. Все, на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.